Я говорю open, вы говорите kids! Open! Kids! Open! Kids! Моя ручка точно пишет. Так, стоп, я сейчас вас... Эка. Очень даже ой-ой-ой. Хай, мы группа Open Kids. И сегодня мы готовы показать, кто же здесь, девчонки, круче всех. Артем думает, что его секси-маечка поможет ему, но это не так. Проверим, да? Да. Это точно не так. Все, удачи нам. Поехали. Всем привет, друзья, меня зовут Артем Пивоваров, это мои парни, это моя команда, и мы сегодня выиграем. Почему? Потому что мы знаем лучше всех песни группы «Сметана», Днепропетровская область, Александр Пистолетов и... Конечно, Леон. Да. Да. Настрой максимально боевой. Мы пришли сюда. Ой, ой. Новая школа. Раунд. Я думаю, это достойно аплодисментов, ребят. Я считаю, я думаю, как он пишет песни все время, знаешь? А вот так вот, настрой боевой, ой-ой. Кто со мной? Я в этой куртке не голубой. Нет, это я в этой сердце. Но если снять, то ой-ой-ой. Очень даже ой-ой-ой, да. Девочки, почему вы должны победить? Ну, мы надеемся, что Артем нам будет поддаваться, да, Юля? Нет. Не сегодня. На самом деле мы готовы разорвать просто этот раунд. Вы выучили все песни? Ну, проверим. А вы давали им песни, да? Конечно. А нам нет. Первый раунд. В первом раунде игрокам предстоит вспомнить как можно больше треков на слова, которые мы им загадаем. За каждый реальный трек игроки получат один балл. День и ночь. Подождите, что это? Я не могла говорить. Слушай, ты меня признаешь. Да. It's the first day of your rest of your life. Это группа Rasmus. Нет, это... Ой, говорит, если исполнитель не назовете. Подожди, я сейчас скажу. Это вокалист Placebo. Placebo, точно. Да. Из-за этого Курт Кобейн. Давайте дальше. Подождите. Дальше, едем. Есть песня «День и ночь, это между нами». Нечестно. Нечестно, это я спела эту песню. А, только что. Только что, да. Да, только что, когда ты не смог... Давай, мы только нажмем первый, дальше. Я нажал первый. Погнали. Сегодня день рождения. Ты погасила свечи, загадала желание. Мы не можем. Ну есть такая песня. Девочки, нажимайте на кнопку. У нас подсказка. Happy birthday to you. Там есть слово day, да, конечно же. Хорошо. Так. Еще нажимайте, кто готов. Дай, дари, дай, дари, 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 дай, дари, дай, дари, дай, дари, дай, я верю в чудо. Жми кнопку, быстро. Чисто попадала. The longest day of my life. Ну, нам неплохо, кстати. Спасибо. А ты попадал? Мне очень приятно. The lonely day, да. Так, хорошо, девчонки, вы что? Мы тупим, все нормально. Нет. Воскресенье, день рождения. Это день победы! Ураком пропай! Мы возраста немного нам. Ну почему? Так, хорошо, следующее слово. Сталочки пошли! Следующее слово! All day, а потом слово, которое... All day, all night! Ту-ту-ту-ту-ту! Что ж? Это кто поет? What the fuck? All day! Слово, которое нельзя говорить. All day. Афроамериканец. All day, nigga. All day nigga. Следующий трек. All day nigga. Спасибо, Бобрик. Неплохо. Это Kanye West, кстати. Друзья, если вы будете смотреть эту передачу, молодежь не такая... It's my birthday. It's my birthday. Да. Стоп, остановите. Мы же переводим. Неважно, мы выпускаем. Стоп. Помогаем. Ведь мы не ангелы живем, мы на земле. Мы с тобой.
young. We young, we are free, we are free. Мы хищники, мы хищники, мы не цель. Дважды. Мы не жалкие букашки. Давай, нажимай. Что? Песня в Радио Рок, я отучил. Это было. Нет, не это было. Нет, мы пели. We go, we go. Мы снимаем Калио. Наш движ, движ. Калио, на нас Калио. Его. Калио, Калио, we go. Калио, we go. Нажимай. Просто мы такие детки. Мы такие детки. Супер, отлично. Это удар ниже пояса. Нельзя сказать вам, потому что вам еще нет 18. Как бы мы не сходили с ума. Я добавляю Артему еще одного человека. Выбирай кого. Давай Никита. Он все знает. Давай Никита, он самый красивый. Теперь 2-2, но группа поддержки молчит, гурт. Только жир. А еще знаю, гурт оторвай. Гурт оторвай. Хорош. Окей. Это ж больно перевод, правильно? Ну да. Тебе не будет больно, Кристина Си. Что ты сейчас сказал? Тебе не будет больно. Тебе тут будет больно. Мне больно от того, что ты это знаешь, во-первых. Конечно, надо кого туда послать. Вот, хорошо, давайте следующее слово, потому что мне больно. Больно, мне больно. Не больно. Почему небо пять? Небо на ладони. В небо выше, небо дышит. А мне бы, мне бы, небо. А если шнура такая песня? Мне бы, мне бы, мне бы, мне бы, мне бы, мне бы. А потом там... You better stop before. Ну все, stop people, stop people. And we can't stop, and we don't stop. Постой, паровоз. Don't stop the party, считается, да. Don't stop the feeling. Да, can't stop the feeling. Это Джастин Тимберлейк? Нет, да, конечно, конечно, конечно. Я люблю Джастина. Джастин, если ты смотришь, я люблю тебя. А там есть stop the shit. Это каждый любой хаусовый трек. Stop the shit. Так, девчонки, догоняем. Стоп. Постой, постой. Куда считается ты? Это или нет, кстати? Стоп. Сказать ему стоп, стоп, стоп. Вот, 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 классная песня. Это Виагра. Стоп, 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 да. Рано или поздно вы будете такими же прикольными. А сейчас мы не прикольно, да? Нет, сейчас я на вас не могу смотреть, как на Виагра, понимаете? Жека, только ты помнишь. Стоп, наркотик, наркоман, стоп. Потому что мы с тобой кто? Стоп, никотин, ла-ла-ла-ла, друга река, что ты там? Да, друга река. Стой, иди сюда! ЛДЖ, нет. Все остановитесь! Я хочу, чтобы ты сделал это тем голосом, который ты делаешь это в клипе. Давай вместе. Как ты это делаешь? Моя попытка номер 5. Так, стоп. Я сейчас вас... Я хочу понять, как ты, сука, это делаешь. Номер один. Номер один. Номер один. Такое ощущение, что внутри меня Макс Корж. Да. Следующая, девочки, моя попытка номер 5. Это считается. Отлично, видите, вы все ближе и ближе к этим девчонкам. Спасибо, спасибо. Давайте дальше. Там номер, мой телефон, 911. Там нет номер слова. Есть, бумбокс. Это вообще начальник. У вас минус балл, он назвал начальник. Удали этого человека. Нажал, нажал. Вера Брежнева номер один песня есть у нее. Тоже есть. По-моему, Артик и Асти номер один. Номер один. Кто? Артик и Асти номер один.
Шампанское поет уже. Что? Асти. Да. Я забыла номер, я уже не помню, что ты там с тобой. Помнишь? Я сломала трубку, я забыла номер. Песня Hey, I just met you and this Блин, я ее тоже вспомнила. So he's my number. I'll be your number one fan, baby, I'm your number one fan. Так. Это есть какая-то песня? Давай. Артём, ну... Мой номер 200. Мой номер 200. Я не знаю, если это песня. Да, да, да. Я твой номер один, твоя половина. Это уже было. Вы говорили, нет? Ну, вы говорили про Артика и Асти. Вы говорили, да. Там было другое. Артик и Асти. Спасибо. Спасибо, девчонки. Спасибо, мы путаемся. Набери мой номер, набери. Или зайди в мой номер, ну зайди. Это гастрольная чисто такая. Гастрольная песня, она не считается. Сой номер. Спасибо. Сой номер. Стоп! Группа крови, мой порядковый номер. Нет, это вы сказали, там мы нет. Такой номер просто. Они просто сказали Цой номер и все. Может, это Цой номер такой был. Значит, так, да. Это пацаны. Хорошо. Если черный кот дорогу перейдет, нажимай. Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой. Нажимай. Океан Эльзы, вспоминай. Лукава кишка. Это песня, это песня не про кошку. Океан Эльзы. Да. Ты кишка. Лукава кишка, кишка, ты кишка. Лукава кишка. Билли Айлиш кэт. Кэт, кэт, кэт. Call me cat. Напойте. Call me cat, yes. Напойте, напойте. Зачем напивать? Зачем напивать? Так, подожди. Copycat, да, есть песня, но я не помню, как она звучит. Я думаю, есть песня Hello Kitty какая-то 100%. Смотри, актриса сериала «Школа», Оля Шелби, «Я твой кот» песня. Вот так вот, кот конем. Кошка, кошка. А я читаю, я весь для тебя котенок. Ты уснешь со мной на моих руках. Никита Малинин на секунду. Готов. Обождайте, смотрите. Не считается? Кэтри, я считаю, что в этой программе лучше проиграть, чем вот это петь то, что мы сейчас спели. Потому что ее же будут смотреть люди, пацаны там. Как эта группа? Umbrella Cat. Один глаз у него был с линзой, понял? Выбритый человек. Меловин, Меловин. Подожди, которые... D.O.D. Стас Королев. Доп-D.O.D. Доп D.O.D. Знаешь таких пацанов? Доп. Ну так вот. Ты мои. Там I'm a black cat, pretty to pretty to cat cat. Кошка говорит, да, да, а я говорю, привет. Да, да. Привет. Это Бузова. Да, да. Это Бузова. Есть ремикс. Ты кишка. Океан Эльзы. Китс, 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 китса. Китса, китсуня. О, да, я тоже знаю такую песню. Стоп. Следующие два слова вам загадала Луна и Константин. Они специально для вас загадали два слова. Да. Вот одно из них. Поехали. Я стану водопадом, падением с высоты. Ну это бард, бардовская такая. Лепса, Лепса. Да, 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 точно Лепс. Так, девочки, водопад. Что приходит на ум? Водопад. Водопад. Падает вода. Вода. Вода? Вода? Падает. Вода. Я можно? Вода, новая вода. Джунгли зовут, чёрный стерез, такая песня. Это передача, это не песня. Да, или из передачи, помните, джунгли зовут? Джунгли зовут! Если ты смелый, мог ты умелый, джунгли тебя зовут. Отлично. Джунгли зовут! Джунгли зовут, джунгли зовут. Джахари джунгли, да. А там слово есть? Guns N' Roses. Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle, Guns N' Roses. Господи, сейчас, подождите, джангл тоже. Кто это пел, ё-моё? Нет, нет, я не про группу, я про трек. Welcome to the jungle. Neon Jungle, это группа. Welcome to the jungle. Здесь правда? Neon Jungle, Neon Jungle. У них есть песня про них. Точно, Neon Jungle. Супер. Neon Jungle, Neon Jungle. Друзья, за первое место тот, кто сегодня выиграет, получает билет на выставку кошек. А если у меня аллергия на кошек? Тогда на выставку кисок.
Второй раунд! В этом раунде игрокам предстоит услышать отрывок трека длиной в одно слово. Тот, кто угадает, из какой песни мы вырезали слово, получает целых 3 балла. По-моему, у кого-то есть шанс отыграться. Между первым и вторым раундом мне подошла моя маленькая дочь и сказала, что я неправильно себя веду, что я не прав. Я добавляю 10 баллов за предыдущий раунд группе Open Kids, и теперь у них 33 балла! В этом раунде вы сможете отыграться, Артем, со своей командой, потому что... Неплохо, да. $100 девочки 6-летней, которая сидит за камерой, и, в принципе, мы можем решить любой вопрос. Сегодня против Артема во втором раунде играет самая красивая девушка, которая стоит напротив Артема. Это Ангелина. Давайте ей поаплодируем все! И первые 3 балла Ангелина получает за то, что она просто красивая. Поехали! Вы ему фит пообещали? Или нет. Да, у нас будет фит. Open Kids от Orwell. Смотри, о-о. О, это прикольно. Мы будем петь песню «Роздягни, одягни мене». Манать. Нет. Это точно. Что? Так, мы можем послушать еще 2 раза. Что? Я видел. Алена. Ну и что? Что за песня? До какая песня? Завтра. До завтра. Правильно! Это правильно! 3 балла! Кто подсказал? Новый трек, и он стопит сюда. Нет. Шон Мендес и Камила Кабелла. Сеньорита. I love you, call me Сеньорита. I wish I could pretend. 100% он поет? Pretend. 100%. Давайте уступим место. Кто-то знает что-то, ты знаешь. Я знаю. Это очень простая песня. Лера. Харкис. Это песня Харкис по-любому. Знаю. Новая. Сейчас я скажу, сейчас. В общем, это Харкис, да? Я знаю, я живая или как там? Жива. Точно. Не оно. Крыло. Светлячок. Нет. Летак. Ну это Харткис? Да. Ну, да. Вот, ну как бы давайте на бал. Давайте послушаем песню, давайте. Антарктида? Как? Вон иде, корабли, да. Да ладно, мы не знаем песни Харткис, давайте признаемся. Ну давайте перечислим. 3 балла за эту фразу, ты крутая! Корабли. Да. Друзья, танцуй. Это разгром. Роздягни мене, я знаю эту песню, потому что Женя поставил свою песню. И, конечно же, что я мог еще угадать, как не песню группы оторвать. И Юка. 12 баллов Артему. Откуда? Откуда прилетело? Что случилось? Почему за эту песню давали 12? Я не знаю. Равный счет, ужас какой-то. Что за раунд? Я знаю, да, реально. Ариана Гранде. Кто первый? Ариана Гранде. Я жил там. Моя ручка была чуть ниже. Кто первый? Don't call me angel. Я понимаю. Я первая напела. Да я... Моя ручка дело была чуть ниже. Дело в том, что первая напела Ариана Гранде. Я предлагаю, что я засчитываю балл Артему, он нажал первым, он красавчик. Короче, это Типес, да? Я знаю, это огонь. Последний трек. 20 сигарет в пачке, тебе уже 20. Меня мама убьет, это ее любимый трек. Это написал, кстати, Саша Чемеров, да? Да. За вот это ты тоже получаешь супербал. Давай, супербал, давай мне супербал. Я вам хочу сказать, что Ангелина, конечно, сражалась достойным образом. Просто невероятно. Такая группа поддержки, так девчонки поддерживают друг друга. Вот если тебя так парни поддерживали, вот.
Да, Тёма, давай! Борис, до конца! Ты как Ленин, ты сказал. Борис, до конца! Третий раунд! Перед участниками появляется два вида карточек. Первый вид — название трека, второй — предмет, который будет усложнять им жизнь в этом раунде. Затем тянет карточку, которая усложнит процесс воспроизведения трека. Как только участники определили свой трек и наказание, они запускают лайв в Инстаграм, ждут выполнения наказания, пропевают трек и ждут, когда же подписчики отгадают трек. Чьи подписчики справятся быстрее, тот участник получает максимальное количество баллов. Сколько у тебя подписчиков, Артём? 135. 135 человек? Да. Или 135 тысяч человек? 135 тысяч человек. Аня, сколько у вас подписчиков? 1,9 миллионов. Нам сколько? Играть надо? Может, все-таки я сниму куртку, да? Да. Снимай нахрен эту куртку. Мне 10 баллов. 10 баллов. А если бы за куртку давали по ляму подписчиков, кстати, мне кажется, тоже было бы неплохо. Как живется с 1,9 миллионами подписчиков? Достаточно хорошо. Привет. Что они? Слушайте, у вас же какие-то особенные подписчики, они по-любому вам дают какой-то, ну не знаю, там, какие-то призы, еду. Там вам, какие-то материальные блага, дары вам носят? Поношенные вещи. Серьезно? Да, был случай, когда Юле подарили поношенные вещи. Это как? Большой пакет поношенных вещей. Вот так, грязные, которые боятся, решили подарить. Не, на самом деле, наши китеры, они классные. Они нас и рисуют, всякие портреты, и шоколадки, конфеты нам носят на концерты, и плакаты делают, поэтому мы... Жек, ну тебя тоже поношенные вещи бросают на концертах. В тебя-то тоже поношенные вещи бросают. Да, меня тоже бросают поношенные вещи. Артём, что носят тебе фанаты? Еду. Какую? А что ты любишь кушать? Наполеон. Наполеон? Да, есть такой торт, да. А пекут фанатки? Правда, хоть раз пекла тебе фанатка Наполеон? Тортики разные, да. Серьезно? Да. Тёмка, это вот тебе. Покушай, ты ж худенький, да. Серьезно? Да. Класс. Вот я вам завидую, у вас, конечно, здорово. А тебе, получается, 145 тысяч пекут, да? Да, кажется. А вам поношенные вещи 1,9 миллиона. Да, хватает, есть чем ходить. Неплохо. Понимаешь, важно качество. Самая стрёмная история про фаната. Вот самая жесткая. У меня просто есть. У Леры один фанат набил ее... Лицо. Набил лицо ее парень. Нет, вот это нет, татуировку, что ли? Ну, это не что? Жестко. Но все равно. Он сделал инициалы, то есть мою дату рождения, мой ник в Инстаграме. Хотите, я вам пришлю фотку, где чувак набил? Я люблю Артема Пивоварова у себя вот здесь на ноге. Ну, я бы этим не гордился, короче, если что. Это все из-за майки, чувак, значит. Это любовь, true просто. Юзефа или Уефа, как было? Юзефа. Юзефа. На Юзефа. Юзефа. Ты выиграла. А у нас это камень. Он бьет ножницы. А это колодец. А без колодца или с колодцем? Монстр. Окей. Что это? Аня, Джокер, кидай. Привет, ребят. Я сейчас нахожусь на передаче Мегого Лайф. Я знаю три слова. Мы играем вместе с прекрасными девчонками из группы вот Open Kids. Вот там остальные все. Здесь наказание? Серое наказание. Серое наказание. Ну что, вы готовы? Вы здесь? Вы просто пишете много вопросов, а вы нужны мне сейчас. Сконцентрируйтесь. Наказание. Я говорю его? Да. Имя, любимое мое. Имя соперника вместо тысячи слов. Ха, ребят, соберитесь, ждите, ждите. Я красава, спасибо. Мы еще не начали. Ну что, ребят, Артем и постхардкор. Меня здесь пишут. Итак. Есть точки? Ребятки, ну я надеюсь, что вы знаете это все. Ой. Пытаюсь тыкнуть. Аня, Аня, Аня. Ты все паришь, сраный секс. Аня, Кристал Пантис. Я не хочу тебя раздеть, так как я Аня. Моя Аня, Лоли, я растекаюсь. Серфим только на коробках для пиццы. Это реклама для Ани. И я играю тампон. Ужас. Что, реально есть такая песня? Это моя песня, слушай. Закинься, прикинься. Maybe наберу тебя в ночи, как дела Umbrella. I'm so crystal. Аня, можно ткнуть? Нет. Угадали, стоп. Угадали, угадали. Вы угадали, ребят. Я не знаю, каким образом. Вы знаете, но я вам благодарен.
Всем привет, ребята. Сейчас нам очень с девочками, вот мы сейчас на съемке. И сейчас я буду петь для вас трек, и вы должны будете очень быстро угадать его название или кто это поет, очень быстро. Поэтому, пожалуйста, помогите нам, мы должны сегодня победить с вами. Мне отсюда выбирать? Да. Серое задание. Скажи, что им нужно угадать песню. Я сказала, друзья, сейчас вам нужно будет угадать песню, хорошо? Спасибо. Окей. Открой ротик, бегемотик. Ретрак... Это... Да, это усложнитель тебе небольшой. Ой. И тяни песню, Анюта. Вот это? Да, да. Okay. Ребята, так. Помогите угадать песню, очень срочно. Что там уже вам наговорили? Я не знаю эту песню. Ой. Читай. Халлилуйя, I'm a freak. I'm a freak, халлилуйя. Every day a dick. And do ya, like I want to. I don't know, crocodile. And you run on. Oh my god, she got the horn. Oh, look at her. She got the horn. So sorry, don't. Please, please, don't. Okay, I like to get you some. I'm nasty. I'm ill. Was there something in the water? Or that I'm mother's daughter? Then, is a hood. I can react to get some. I'm nasty. I'm ill. Is something. Кто-то угадал это? Дело в том, что ты круто произносишь. Is there something in the water? Это успех. Она очень круто произносит слова. Я даже понимаю, что за слова, но не понимаю, что за песня. Of course. I practice every day. Is there something in the water? Or that I'm mother's daughter? So look out, look out, look out, look out. Oh, look out, look out, look out, look out. Oh, look out, look out. I'm rich, I'm rich, hallelujah. Swish, swish, I'm free, flying, shooter. I love throw, yeah, like a hot wine. On the wire, yeah, oh my god. Кто-то угадывает? Никто да, не знает. Да, это от Орвальд, примат песня называется. Кто-то знает эту песню? Нет, Наша, читай, Тата, слышу. А можно другую, нет? Oh my god, she got her. Look at her, she got her. Ой, Миша, почитай. Мы читаем, читаем. Никто не угадывает. Давай следующую песню, тащи следующую. Ребята, помогите. Ребята, вы угадывали песню? Вы чувствуете мухи слова? А, угадали предыдущую песню, пока ты эту глупость читала. Всем пока. Это был трек Майли Сайрус, Аня. А, да? А что за трек? Аня лучшая, давайте! Спасибо, всем пока. Очень круто. 148 тысяч подписчиков Артема Пивоварова справились за 54 секунды, а девчонок 1 800 000 справились за минуту 50. И поэтому со счетом 54-45 побеждает Артем Пивоваров! Артем, ты получаешь билет на выставку кошек. Ребятки, ну у тебя же аллергия, ты же говорила. Поэтому я... На выставку кошек, а девчонки получают билеты на концерт Артема Пивоварова, который состоится 11-12 ноября со струнным квартетом. 15-16. А также можете перейти по ссылочке внизу и посмотреть наше классное реалити, которое называется «Хочу в Бобкис!». А также, друзья, переходите по ссылочке в описании, по которой вы сможете посмотреть супер реалити-шоу, в котором принимают участие все 1 800 000 фанатов, которые есть у Open Kids. И оно называется «Хочу в Open Kids». Как бы это странно не звучало из этого рта. Спасибо, что были с нами, это был я!